А в Украину прибыл глава МИДа Люксембурга. Вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным Жан Ассельборн побывал в зоне АТО. Дипломаты посетили линию разграничения, чтобы посмотреть, как живут люди. Министры побывали в Широкине. Глава МИДа Люксембурга отметил, что так уничтожить город могли только профессиональные военные. Вечером Павел Климкин и Жан Ассельборн отправились в Днепр, чтобы проведать в больнице Мечникова раненых. Одного из них в очень тяжелом состоянии привезли вчера. Хирурги всю ночь боролись за жизнь 35-летнего бойца, перелили несколько литров крови, к утру его состояние удалось стабилизировать. Но никаких прогнозов врачи пока не дают. За неделю больница Мечникова приняла 11 бойцов.